Да, день первый, да. Ну что? Так, все понял, это у меня нитро. Фу, ребята. Видели, как головы все посносили. Вау, так, отлично. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Дорогие друзья, а перед тем, как вы посмотрите это видео, рекомендую вам подписаться на мой канал. Также обязательно ставим лайки. Поехали. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игру зомби-машины. А конкретнее, Earn to Die. Будем давить этих проклятых зомби. И давайте смотрим так. У нас игра взломанная, с читами, так что у нас здесь, смотрите, сколько денег. У нас просто миллиарды здесь, так. Будем кататься на джипе. Так, заделали мы джип этот. Сегодня мы прокатимся вот на таком вот автомобиле. Посмотрим, на что он, в принципе, способен. Ну что ж, поехали. Да, день первый. Да, ну что. Так, все понял, это у меня нитро. Фу, ребята. Видели, как головы все посносили. Вау. Так, отлично. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Нитро. Отлично. А, мы не доехали, у нас закончилось что-то, да? Окей. Или это был чекпоинт? А, доехали, да. Так, ну что ж, давайте так, день второй. В прошлый раз мы с вами на реактивном автомобиле катались. О, хочу на автобусе, ребята. Давайте на автобусе это покатаемся. О, на автобусе. Так, все пассажиры сели. Я еду на... Ого, ребята. На автобусе, конечно, на автобусе хорошо. Ребята, посмотрите, какая у меня реактивная колонка двигателя стоит. Ого. У меня как ракета, нет, там. Вот это да. Я не ожидал, что у обычного автобуса могут быть такие отличные характеристики. Как ракета мы можем взлететь в космос просто и улететь. Так, ну что ж, отлично, проходим дальше. Вот автобуса мне понравилось. На автобусе все-таки мне кажется просто круто. Так, это у нас каньон какой-то. Так, день третий. Так, ну что ж, так, а что у нас же тут все на полную уже куплено, да? Только мы можем менять, по-моему, вот это можем или вот это. Да, да, ребят, мы можем с вами менять много чего. Ладно, поехали, прокатаемся. А слышите, какой звук двигателя у него? Как у настоящего автобуса, аж интересно просто играть. Да. Я уже начинаю отстреливать потихоньку зомби. О, ребят, вот это зомби. Прицепился зомби, смотрите, сзади. Стонет меня вот так вот. Прицепился и хочет ехать вместе со мной. Пассажиров брать не велено. Да. Как говорил один игрок. Да что ж такое, перевернулись. Как говорил один пассажир, когда мы крали самолет с вами в игре Just Case 2, он сказал: пассажиров брать не велено. Так смешно получилось. О, только ноги и руки разлетаются от этих зомбиков. А где же большие зомби? Я хочу, чтобы уже большие зомби... Ребята, я хотел сделать двойное сальто. И у меня почти получилось.
бы двери закрыл, потому что какой-то малыш зомбяк. Какой-нибудь зомбяк прицепится. Так, ребята, хочу вас предупредить. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте. А также поставьте палец вверх. А также, если вы малыш, то вам лучше эту игру не смотреть. Потому что вы можете испугаться, и вам приснится ночью еще какой-нибудь зомби. А если вы не боитесь зомби, значит, мы продолжаем с вами играть в эту замечательную игру. Так, ну что ж. Давайте с вами возьмем вот такой, наверное, автомобиль. Немножко другой. Посмотрите у нас на колесах, какие шипы. Мы можем проехать, я думаю, везде. И у нас здесь стоят две тяги реактивные, которые нам помогут в преодолении различных препятствий. Ну что ж, поехали. О, конечно, две реактивные тяги — это уже что-то. Посмотрите на эту бешеную скорость, ребята. Я не успел перевернуться, ничего, мы переиграем. Отлично. Вот это мы прицепился зомбяк, отстань, отцепись от меня. Ребята, вы видели, прицепился ко мне зомбяк. Отлично. Наконец-то мы с вами добрались до финиша. Я уж думал, что мы просто не выживем в этой гонке. Так, ну что, давайте проедемся дальше. Так, хочу взять... На реактивном мы уже с вами катались, но давайте еще раз прокатимся, посмотрим, на что он способен. А потом возьмем другой автомобиль. У нас много. У нас реактор стоит. За машиной бежит зомбяк. Ребят, посмотрите, сколько зомби бегут. А, прицепился, отстань от меня. Отстань, пожалуйста. На своем пути. Вот это я понимаю машина. Таких бы машин побольше. Мы с вами заработали 272 тысячи долларов, но это все мелочь по сравнению с тем, что у нас есть, а у нас есть там несколько миллиардов. То я хочу вам сказать, что все это просто мелочи. Так, ну что ж, давайте. Не хочу я на этой машине кататься, слишком она такая. Ну, эти машинки вообще драчки, они уже не поедут по этим трассам. Давайте возьмем Хаммер. Проедемся на военном джипе. Зомбяк, в принципе, зомбяк, отстань, отстань, зомбяк от меня, отстань. Ребят, зомбяк, отстань, скажите ему, да. Смотрите, какой зомби большой. Мы его отстрелили. И он улетел. Ребята, у меня закончился бензин. Разве такое может быть? Значит, нам нужно брать автобус хотя бы, потому что мы не проедем. На Хаммер не смог проехать, а вот автобус... Thank you.
улетел, второй так. О, зомби бежит сзади за машиной, как мне страшно. А, отцепись, отцепись от моего курса. Отстань, отстань, отстань. Все, проехали, ребята. Нет, эти машины никуда не годятся для таких дел. Надо уже, наверное, только на реактивно ехать. Ого, мы полетели. Вы видели, что здесь летели? Небо. Дошли до этого уровня. Так, ну что ж, поехали. Отлично, отлично. Я хочу вам сказать, что это просто замечательно. Так, ребята, ну что ж, этот выпуск подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был Юра. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. А если вы подписались, то вам благодарочка. У вас появляется шанс выиграть много чего на моем канале. Ну все, ребята, до встречи.